Сегодня поговорим немножко о психологии, женской психологии, психике. На такую одну популярную тему. Мне часто бывают комментарии, все мужики козлы, знаете, да, и когда канал у меня Турции, пишут, ой, все турки вруны, всех под одну гребенку. А есть комментарии другие, когда женщины говорят, ой, да все и в России, и в Украине, и в Беларуси, везде все козлы, все мужики во всем мире плохие. И вот это убежденно, что все мужики плохие, когда я отвечаю, что таких плохих находите и вы. Почему у некоторых счастье, например, они довольны своими отношениями, а у вас все козлы, все плохие или хороших мужиков я отпугиваю, такая еще у нас есть тема. Почему мне попадаются только одни плохие и уроды какие-то, моральные, да, я имею в виду уроды, нехорошие, нечистые на руку, обманщики или... Много у меня об этом на канале сказано, про важность роли мужчины-образца в жизни девушки и женщины. Посмотрите, у меня отдельный ролик на эту тему есть. А вообще, я вам так скажу, что вот этих всех козлов-подонков вычисляете вы из толпы, и вы их находите. Это не все в мире такие плохие. Это просто вы таких выбираете. Вам они зачем-то нужны в вашей жизни. Они люди, которые приходят в вашу жизнь, неважно, мужчины, либо женщины, подруги, коллеги, неважно кто, они всегда, люди в вашей жизни выполняют какую-то роль, какие-то потребности, у них какая-то функция есть. И если вы встретили подонка, значит, он вам для чего-то нужен. Как правило, если мы встречаем мужчин негативного, скажем так, какого-то типа, да, что-то они, могут быть они по-негативному разные, да, один, например, альфонсом был, другой там не самостоятельный маменькин сынок, или, значит, хотите, типа тут один одинаковый, получается, другой там нарцисс самовлюбленный, высокомерный, ну, неважно. Короче говоря, у всех какие-то минусы есть, вы просто эти минусы для себя ищете. Возможно, вы, как человек с позиции жертвы, ищете всегда такие проблемные ситуации по жизни, и мужчин таких, чтобы побыть жертвой где-то, чтобы пострадать, потому что из детства вы умеете с позиции жертвы привлекать внимание и любовь родителей, в частности, вот социума окружающих уже в взрослом, вы особо вас пожалели, что вы бедный несчастный человек и все прочее. Самая большая ошибка женщин, это когда мы знакомимся с мужчиной и пытаемся быть не той, какая я есть на самом деле, пытаюсь быть какой-то. Наверное, 80% женщин из-за самооценки, опять же, только самодостаточные, себя любящие женщины не боятся показаться такой, какая она есть на самом деле, и она не боится, что ее отвергнут, да, и она такой не понравится, какая она есть, какие-то поведенческие моменты характера и все прочего, она не боится быть отвергнутой, ей наплевать, и она знает, что на этом мужчине все мужчины в мире не закончились, она не будет закрывать глаза на его какие-то минусы, которые там явные, какие-то проблемы у человека, она с ним разойдется спокойно, будет искать другого. Но женщины с более низкой самооценкой или которые хотят, у них много социальных вот этих обременений, тикают часики, когда ты выйдешь замуж, твой возраст и все прочие дела, или просто люди, которые боятся быть одни, они хотят всегда с отношения на отношения, знаете, есть такие люди, перескакивают, они не остаются наедине с собой без отношений какой-то период времени, не находят себя, себя не изучают, они перепрыгивают с отношений на отношения, это страх вообще остаться наедине с собой, да, поизучать свои глубины своей души и что вообще в твоей голове происходит. И когда женщина уцепляется такая за какой-то вариант мужчины, опять же, страх остаться одной, каких-то своих причин личных, почему она не хочет быть одной, она начинает закрывать глаза на минусы мужчины. И она начинает бояться ему разонравиться, сделать что-то не так, показать себя не с той стороны, а он меня бросит. Опять же, причина, что я останусь одна, короче. Но вот эти и еще вот эти якоря социальные, чтобы быть замужем, чтобы все видели, что у меня есть муж, что я не одна, и вот это вот все прочее, что я, это стандартный наш классический красивый набор. Для соседей, знакомых, родственников и всего прочего, чтобы у меня есть, я цельная натура, у меня есть работа, там квартира и мужик у меня есть, или я замужем, я за мужем. Неважно за каким, лишь бы какой-то был, да, и тогда женщина соглашается, но лишь бы какого, но лишь бы быть не одной, лишь бы не встретиться с этой проблемой, чтобы не воевать с вот этим социумом, обществом, которое на нас налегает. Это, кстати, огромная вообще проблема на постсоветском пространстве, вот это налегание социума, советов и вопросов лишних от посторонних людей или членов семьи, про твое будущее, хотя это такие для меня интимные вопросы, когда я буду рожать, когда я буду выходить замуж, ну, когда придет время, когда я захочу, может, я вообще не хочу этого, да? То есть вообще такое спрашивать, как бы я, мне кажется, это некрасиво и неправильно даже близким людям. И вот женщины боятся, трясутся за мужиков, начинают прощать им любые обиды, какие-то свои проблемы их психики мужчин, их какие-то повадки, и тут же входят жлобство, измены, флирт может быть какой-то, она видит с бабами флиртует или на баб засматривает,
реагируется, но на измене не был пойман. Ну, она закрывает это. И оправдывают. Да все мужики такие. Все они вот такие, они все изменяют. Например, все мужики гулящие. Есть такая, да, фраза очень популярна. Но это не так. Все мужики козлы, все плохие. Нет. Именно козлов ты ищешь, ты закрываешь глаза и не даешь им спуск, даешь им карт-бланш делать все, что хочешь, потому что ты перед ними выстелишься по максимуму, так делать нельзя. Не то, что мужчине, не только инстинкт этого охотника, чтобы женщина была интересна. Не в этом дело, в принципе, а вообще, когда перед тобой все готовое на блюдечке, это не то, что интересно, становится пресным, невкусным, еда такая будет, еда невкусная. И не потому, что он не бегал по лесу, ее не ловил, потому что мужчина начинает чувствовать себя одиноким, ненужным. Потому что у него нет партнера пообщаться, поделиться интересами, поговорить о чем-то, что его волнует. Да? Он в отношениях царь и бог. Для него стелятся, ковровые дорожки расстилаются, лишь бы ее не бросили. Все для него делается. Вот главная задача, мне кажется, женщины быть самодостаточной. Самодостаточность в том, не бояться потерять мужчину. Мужчина, когда вы будете говорить: «Я тебя люблю больше всей жизни, все для тебя сделаю», не надо мужчинам такое говорить. И либо когда у вас напряженка в отношениях, вы ревнуете, либо у вас какие-то вот, ну, вы боитесь, что, короче, он вас как по каким-то причинам бросит, откажется, прервет отношения, женщина начинает вообще на максималках все для мужчин делать, стелиться перед ними, говорить, вот, признаваться в любви, лететь, сломя голову, делать сюрпризы, всякие визиты неожиданные, когда отношения такие еще не брачные, а встречания. Тогда у мужчины, вот он, карт-бланш в руках, он знает, что он что не сделает, как пальцем не щелкнет, она будет у его ног делать все, что он скажет. И тогда женщина теряет себя в отношениях. Вот чтобы быть самодостаточной, надо не бояться потерять мужика. Чтобы не бояться потерять мужика, надо себя любить и быть себе уверенной. Знать, что ты после него найдешь еще тогда лучше. Просто не судьба с этим, не твой человек. Но вот возраст, одиночество и социальные якоря женщин тянут к тому, чтобы закрывать глаза и быть с подонками и с козлами, как они их там бабниками всяко называют. Счастье любит тишину. Люди, которые счастливы, они это не выпячивают, об этом не рассказывают популярно, они потихонечку живут, радуются жизни, потому что для них это норма. Для них норма не заморачиваться о чем-то, не переживать лишний раз, не караулить мужика, не проверять его телефоны. И они думают, что все так живут. Спокойно и хорошо. Но они забывают о том, что вокруг есть много нервных женщин, которые трясутся за мужиков и держат, чтобы они там направо-налево не смотрели и при себе мужика удержать. И мужчинам же интересны не слабые, конечно, женщины. Не то, что вы должны быть с ним на равных. Вообще, я забыла фамилию, извините, сексолог, который изучал любовь и сексуальные отношения мужчин и женщин в конце 20 века. Он же говорил о том, что мы в отношениях должны быть разными, да? Кто-то для кого-то, девушке нужен и папа, и любовник, и друг, и партнер, да, чтобы у нее в отношениях с мужем такое было, долгосрочный же союз был, и чтобы страсть у них была. Всего ты должен быть в разных ипостасях. А когда вы надеваете маску, например, всеугодной женщины, которая для тебя разобьется в лепешку, все сделает, или женщины... Вы будете в одном образе, который надо всегда добиваться, который должна быть интересна для мужчин. Но замучается мужик ваш добиваться. Рано или поздно он найдет ту, которая попроще, и добиваться ее не надо будет. Вот честно так скажу. Не надо перегибать с вот этими образами. Но по сути и мужчинам, и женщинам нужны разные образы. Мужчинам также нужна и мама где-то, которая вкусно приготовит покушать, погладит ему рубашки хорошо, спросит, как твои дела. И нужна ему где-то просто и отношения половые, да, скажем так, и при этом друг-напарник, с которым можно обсудить кино, какие-то планы на жизнь, или партнер, который будет, как в бизнесе партнер, я имею в виду, который будет его поддерживать в бизнесе, в каких-то начинаниях, где он сам что-то боится первый шаг сделать. Это тоже ему нужно. То есть в разные ипостаси мы встречаем идеального, как кубик Рубика, да, отношения. Когда вот эти наши ипостаси меняются, наши роли, они совпадают с желанием роли нашего партнера. Мы вот так, как пазл, вот так вертимся, крутимся, но пазы наши составились, и мы вместе идем в одном направлении, таким кубиком Рубиком вертимся. Вот оно как, да? Все вот эти нюансы учтены. Но когда вы искусственно делаете какую-то роль, когда вы искусственно надеваете на себе маску, я вот такая женщина, на самом деле такой не является, или хотите казаться такой, к счастью, это не приведет. Мне кажется, залог отношений, не отпугивания мужиков в том, чтобы быть такая, какая ты есть, и все-таки найти вот эту, не зря это говорится, половинка сердца, половинки встретились, единого целого.
чтобы вот так вот встать в пазл и вертеться, найти свою половинку. А естественно, как вы можете найти, если не перебирая, не общаясь, не знакомились? Если, скажем так, это исключение из правил, такое бывает очень редко, когда, там, не знаю, в институте встретились, всю жизнь живут, у них все хорошо. Но, как правило, эти браки держатся на компромиссе, которого они достигают. Они закрывают глаза на какие-то минусы, и вот это вот в пазе они как бы, ну, может, где-то встали, может, где-то паз один выпал, не встал какой-то, да, например, или не до конца. Кубик-рубик вертится, всю жизнь они живут, но не так супер гладко, хорошо. Кто мне скажет, что ой, да не бывает идеальных отношений, везде все бывает что-то плохо, просто люди об этом не говорят. Поверьте, бывают идеальные люди, которые любят друг друга, которым не надо стараться кем-то казаться, которым не надо придумывать роль для себя или подстраиваться под роль кого-то, чтобы ему было с тобой хорошо, которые просто живут и наслаждаются. Их немного, но они есть. И это образец, к которому мы с вами должны стремиться. Так что я к чему хочу подвести, что в отношениях, если вы встречаете козлов каких-то, дегенератов, обманщиков и всех-всех прочие различные слова отношения мужчин и женщин, вы выбираете себе таких партнеров. Вы на них зацикливаетесь, они вам зачем-то нужны. Если вы в отношениях и встаете в какую-то роль независимой женщины или роль там какой-то такой женщины-загадки, которую надо добиваться, надо роли менять почаще, потому что женщине это, мужчине и женщине, в принципе, это надоест. Нельзя быть всю жизнь в одной вот этой роли. Отношения нужно каким-то образом не то, что искусственно подогревать. Они сами по себе, вот этот кубик Рубика будет вертеться, отношения и ваши роли будут меняться. Специально наигранно ничего не надо делать. Оно само естественным путем будет происходить. А если вы это эффективно делаете, роли меняете и думаете, как себя вести, вы и не... органично, химически, скажем так, воздействуйте на вот это вертение вот этих пазлов, кубики, рубики. Вот что я хочу сказать. А надо, чтобы это было органично, естественно, когда ваш человек, пазл составляется, и он вертится. Вот и все. Не надо бояться расставаться или быть там одной. В первую очередь, нотка эгоизма. Вам должно быть хорошо, потому что это ваша, елки-палки, жизнь. 90% со мной не согласны, особенно кто старше меня, женщины, потому что их воспитывали по-другому. Нас воспитывали быть для общества, для всех, не быть эгоистом. Эгоист — это плохо. В какой-то мере, если там в семье эгоист — это плохо, когда ты думаешь только о себе. Но когда ты один, например, и ты выбираешь себе партнера, ты должен думать в первую очередь о своем комфорте, как тебе жить с этим человеком всю жизнь, на это обращать внимание, а не думать о его комфорте и как ему будет хорошо с тобой. У него на это дана его голова, его мысли, это в его рамках деятельности. Он пусть сам о себе заботится, выбирая вас как партнера, подойдете вы ему или нет. Так что не боимся расставаться, не боимся быть в каком-то там в одном образе меня. Не надо наигранности в отношениях, будьте просто собой. Не бойтесь оставаться одними. Перебирайте знакомства, каких-то партнеров и связи, чтобы понимать. Я не говорю, что надо спать со всеми подряд. Не надо меня буквально воспринимать, окей? Я говорю о том, что вы вправе общаться, как друзья, как какие-то коллеги, знакомые и все прочее, общаться с людьми и понимать, кто вам подходит, кто не подходит. Не надо идти на какие-то компромиссы, себе что-то подавлять и быть в отношениях, которые вас не устраивают. Потому что ваша жизнь в ваших руках, и она заканчивается. И качество вашей жизни зависит от вас на данный момент. Нравится вам сейчас своя жизнь или нет. Вы всегда в силах все изменить. Я жду ваших комментариев на эту тему. Я не знаю, будет она популярна, интересна вам или нет, но это глобальный разговор о жизни, о желаниях людских. И мы об этом с вами так мало говорим и обсуждаем, но это так важно. И, к сожалению, так как мы это мало поднимаем и говорим об этом, в это люди об этом забывают и в это вообще не верят. И многие люди считают, что за них решит судьба, за них решит кто-то, их кто-то выберет, кто-то решит их жизнь. Но не они. Люди многие не понимают, что их жизнь зависит от них самих, качество жизни. И вот эта вот судьба в ваших руках. Что вы думаете по этому поводу? Предлагайте тему для новых психологических видео. Будет очень интересно, с удовольствием для вас сниму. Спасибо за внимание, всем пока.